Сегодня у нас такая крутая погода и продлится всю неделю. 28 градусов, да, всю неделю, жара, лето, ясно, наконец-то кончились дожди, птички поют, ласточки летают, девчонки, это просто класс. Я, девчонки, уселась, чтобы сделать заказ Faberlic за компьютер, потому что уже второй месяц, в том месяце у меня была такая же песня, я не могу сделать заказ Faberlic через телефон, потому что это какое-то издевательство. Я делаю всегда в первый день действия каталога. Звуки класс вообще там. Мусор машина вывозит. Вот. Чтобы взять для вас новиночки. Сегодня понедельник, сегодня утро. И я всегда делаю с утра этот заказ. Ну вот, заказ не найден. Отлично. Я набила заказ, сайт завис. И походу придется делать сначала. А, он и на компьютере виснет, девчонки. Ошибку выдает. Вот как мне сделать заказ сейчас? Я не представляю просто. Я думала, может, на компьютере не будет виснуть. Нет, та же самая песня. Нажимаешь на корзину, все виснет. И это с учетом того, что руководители Faberlic попросили пока не пользоваться приложением. Оно работает некорректно. Я не знаю, как мне оформить сейчас заказ. Я накидала туда в корзину все новиночки, даже сковороду взяла. Я не могу, сейчас покажу. Вот так вот и все. И не перезагружается, крутится и все. И на телефоне та же песня. Абсолютно та же песня. Только заходишь в личный кабинет. Вот. Да? Нажимаешь на корзину. Все, приехали. Девчонки, когда они это исправят? Я понимаю, что сайт виснет, но так тоже нельзя. Меня, если честно, уже раздражает. А заказ я хочу отправить до 11, до 12, чтобы он пришел мне уже через день, да, чтобы побыстрее вам все новинки показать. Все, бесполезный номер, все виснет. Зла не хватает. Дождей сегодня много. Хотелось еще добежать до магазина Орхидей Парфюм, купить краску для бровей. Может быть, сегодня вместе с вами брови покрасим. Все, трындец вообще. Я не знаю, я сейчас буду, девчонки, делать через приложение. Если получится, то дай бог, потому что я больше даже не знаю. Я в прошлый раз промучилась часа три. Все, а теперь 503-я ошибка. Я так и не смогла сделать заказ, по-моему, через приложение его отправила в последний момент без 5:12, чтобы успеть получить его в среду. Итак, сегодня с вами, когда я наконец сделаю заказ, будем тестить альгинатную маску, мою любимую, которая классно подтягивает лицо, приводит его просто в форму. И будем тестить с вами масочку для волос от Organic Zone и несмывашечку. Я буду пока сидеть и пытаться делать заказ. И делала, девчонки, заказ. На сайте вообще не получилось, сделала через приложение. Я-то ладно, а вот как девчонки, которые идут по стартовой через приложение, сделают, потому что там ее не видно. Вот это да, когда сайт не работает. Поэтому, конечно, трындец. Сейчас буду мыть голову и воспользуюсь вот этой масочкой от Organic Zone. Вот как она выглядит, девчонки. Она у нас с АХА-кислотами, регенерирующая для восстановления сухих поврежденных волос с экстрактом лайма и грейпфрута. Пахнет она, конечно, обалденно. Довольно густая консистенция. Не довольно, очень густая. Я думаю, мне этой баночки хватит надолго. Ой, класс. Пошла мыть голову. Для приготовления маски нам понадобится холодная вода. На один раз это 9 столовых ложек. И 3 столовых ложки маски. Здесь зип-пакетик. Потом закрываем и храним. Вот у меня целая столовая ложка, да, потому что с горкой взяла. Так, раз. Все это делаем быстро. И почему вода холодная? Потому что маска быстро застывает. Нам нужно ее размешать и быстро нанести на лицо и лечь. Вот таким образом замешиваем масочку и потом быстренько-быстренько наносим на лицо. Этого пакетика где-то на 4 применения хватит. Так, все, почти. Да, и я сейчас буду быстро наносить на лицо. Лягу, потому что только лежа мы такую маску принимаем. Она тяжелая, она может оттянуть нашу кожу вниз. Лягу и покажу вам. Не пугайтесь. Я легла. Оставила даже чуть-чуть один глаз, чтобы... Блин, под глазом надо получше было намазать. Но все, она уже начинает засыхать. Оставила один глаз даже, чтобы понимать, что я снимаю. Девчонки, перед нанесением маски еще наносим сыворотку или крем, который круто работает на вашем лице, потому что все, что сейчас находится под альгинатной маской, будет работать в 10 раз круче, чем работает без нее.
Вот так я ее намазюкала на лицо. Я люблю это делать на глазки. Люблю, когда в ванной лежу, это делать, потому что это удобно. То есть на глаза, на рот, на губы все вот так сделала. Сейчас и на шею, да, зашла слегка. И взяла с собой тоник. Тоник, чтобы когда маска подсыхает по периметру, да, она будет слегка подсыхать, чтобы спрыскивать эти места, потому что потом ее будет удобнее снимать, девчонки, одним пластом, нежели вы будете вот эти корочки потом мучиться как-то снимать. Так что вот так, разговаривать нельзя, двигать лицом нельзя во время этой процедуры. Где-то минуточек 15-20 я буду лежать, и потом мы будем ее с вами снимать. Девчонки, вот видите, маска по периметру подсыхает, вот тут вверху чуть-чуть. Вот сейчас я это все буду делать, сбрызгивать тоником. Если так не делать, ну, можно водички простой даже налить, то вот тут вообще красиво. Просто красиво. Если так не сделать, то вам будет неудобно потом ее снимать. Частями будет рваться. Вот где-то тут подсохло чуть-чуть. Все, девчонки, я буду ее снимать. Вот так она снимается. О, кайф. О, да. Супер вообще. Вот такая интересная, как будто, знаете, резиновая масса. Доснимаем остаточки маски. Она к волосам не прилипает, поэтому не бойтесь за свои брови, реснички. Вот тут, видите, подсохло. Но как бы не критично. В этот раз у меня все вышло очень даже не критично. Все хорошо снялось. Ничего к лицу не присохло. На волосах немножко. Сейчас я это дело исправлю. Ну и, девчонки, как всегда, вау. Мне очень нравится. Прям вот, ну, какой-то восстанавливающий, что ли, эффект для лица. То есть, если вы устали, если ваша кожа устала, вот у меня сейчас она устает, да, жутко. И состояние ее далеко не идеальное. Ну, это на мой взгляд, да? Вот эта маска раз в неделю просто приводит вашу кожу в порядок. Я с недавних пор обожаю именно альгинатные маски, потому что они на самом деле творят с лицом чудеса. От Organic Zone пока из тех, что я пробовала, самое лучшее. Что по поводу масочки для волос, вообще крутая. Когда проходилась ей по волосам, прям они становились как шелк, девчонки. Маска на самом деле крутая. Сейчас я еще сниму полотенце и буду пробовать вот эту несмывашечку. Хотя с этой маской никакая несмывашка не нужна, с эффектом ламинирования. Но все равно ее сделаем с вами. Я посушу волоски и посмотрим на их состояние. Я использовала шампунь без бальзама и вот эту маску на 3 минутки прям буквально. Вот и все. Прям руки сквозь волосики проходят. Не застревают, они мягенькие, потрясающие просто. Вот маской довольна на все 100. Давно у меня такой хорошей маски не было, честно. Несмывашка выглядит вот так. Это довольно такое густое гелеобразное средство, чуть-чуть мутное, да? И мы растираем... Ой, куда потекло? На волосы. Растираем ее между ладонями и наносим на наши сухие кончики. Вот флакончик. Ну что, девчонки, пришла в магазин купить себе какую-нибудь летнюю обувь. Начала собираться... За краской для бровей купила ее, кстати, сейчас приду домой, покрасим с вами бровки, потому что у меня мало летней обуви. И сейчас, пока он на обеде, до 2 часов, постою, немножко с вами поговорю. По поводу маски для волос. Маска для волос классная, вообще понравилась, действительно понравилась. И несмывашка тоже хорошая, волосики живые. Эффект ламинирования присутствует от несмывашки, потому что такое ощущение, что они стали плотнее. А кто ламинировал волосы, ну, вот я, допустим, желатином, я один раз, кстати, ламинировала в салоне, но не знаю, мне что желатином, что в салоне результат показался одинаковым, если честно, вот. Так что понравилась от Organic Zone масочка, вообще великолепная, просто великолепная, и не смывашка тоже классная, все, довольно, прям на все 100, давно таких хороших масок не было. У нас жара на улице, 28 градусов, я в платьишке, но поняла, что у меня мало летней обуви. И вот жду сейчас магазин. Да, есть еще магазины в русских селениях, которые работают с обедом. Вот осталось 5 минут. Сейчас подожду, что-нибудь пойду посмотрю, куплю. Наконец-то я дома, девчонки, не поверите, но я сейчас прошла почти 7000 шагов. Ходила по магазинам пешком, купила себе вот такую расческу маленькую на смену. Вот краска стойкая для бровей. К сожалению, в нашем магазине она всегда представлена только в черном цвете, но ничего. Я сейчас крашусь крайне редко, поэтому мне обязательно нужно покрасить брови. Девчонки, вы у меня много раз спрашивали про стойку краску. Вот она, это студио с эффектом татуажа. Именно татуажа. Вот такая ромбообразная
коробочка, потому что есть краски для бровей, которые в ровных прямоугольных коробках, и там нет слова татуаж. Они не стойкие, стойкая только вот эта. У меня она держится 5-7 дней. Это нормально, вообще нормально. Подкрашивать можно потом, ходить дальше. Здесь много, сейчас будем с вами краситься. Взяла девчонке футболку дочери. Она у меня видео уже начала в лайк снимать. Вот такую футболку. К сожалению, там девчачьих расцветок не было. Взяла черную. И немножечко на вырост она получается. Поменьше тоже не было. Поменьше были какие-то мульчуковые, все синие. Желтая была еще, но она еще больше. Вот, вот такая прикольная лайк. Думаю, когда она вернется, будет очень рада. И взяла себе вот такие босоножки, девчонки, потому что что-то у меня с обувью прям с летней беда. Босоножки, туфельки, не знаю, как их, на небольшом каблучке. Хотела именно, чтобы обязательно фиксировалось вот здесь, потому что, ну, чтобы водить было удобно. Так вроде неплохие, удобные. Посмотрим, как будут в носке. Вот такие вот босоножки. А еще, девчонки, я купила все на окрошку и буду сейчас готовить окрошку. Расскажу вам свой рецепт, который мне больше всего нравится. Я на квасе, правильно, на квасе? Лучше сказать, я с квасом люблю окрошку. Варю сейчас 6 яичек, варю картошку. Вот, и потом будем с вами все резать и смешивать. Ну что, девчонки, погнали красить брови. Комплект краски включает вот такой окислитель. Стаканчик. Саму краску. Видите, здесь много, ее надолго хватает. Вот такую кисточку. Но мне, девчонки, удобнее наносить ватной палочкой. Сейчас мы с вами должны обезжирить наши брови. Это обязательный этап. Я уже как-то показывала видео, по-моему, у меня даже отдельно есть про эту краску, девчонки. Это самый важный этап, обезжирить правильно брови. Для этого лучше подойдет или какой-то сильно спиртовой тоник, или спирт, или спиртовая салфеточка. Еще в идеале брови скрабируются. Но я сегодня скраб уже делала, поэтому я сейчас просто сотру макияж с бровей и пройдусь по ним спиртом. Я обезжирила уже, девчонки, брови, еще раз пройдусь. У меня здесь на ватном диске спирт 70%. Вот, теперь, согласно инструкции, которая приложена к краске, мы замешиваем ее на 2 сантиметра краски, мы добавляем 5-6 капель оксида, перемешиваем и наносим на бровки. Погнали! Я делаю вот этой вот кисточкой, господи, ватной палочкой, мне так, девчонки, удобней. И форму ей придавать. У меня знакомая вообще делает зубочисткой, чтобы контур был прям идеально ровный. Мне вот это и удобно. Как следует прокрашиваем. И эта краска, девчонки, она окрашивает кожу. Вот за что я ее люблю. Потому что, когда красишь брови, как-то хочется заполнить именно промежутки между волосками, да? Чтобы вот был именно эффект татуажа. Так, как следует, все прокрашиваем. И оставляю минут на 15 точно. Я могу и 20-25 ходить, потому что это, в принципе, полноценная краска, да? Я сейчас еще в конце добавлю, подотру, где надо, потому что она сейчас будет уже проявляться. Пока она светлая, не очень видно хорошо, да? А когда она начнет сейчас проявляться, уже будет виден четкий контур. Вот, девчонки. Если красите брови, я вам советую именно эту краску. Если, конечно же, любите, чтобы окрашивалась кожа. Говорят в народе, что где-то есть и коричневая краска с эффектом татуажа. Но мне ни в одном магазине она не попадалась. Надо поискать в интернет-магазинах. Мне как-то девочка под прошлым видео писала, что она нашла коричневую краску, и у нее плохо очень все окрасилось, ничего не получилось. Я так подозреваю, что девочка просто купила не с эффектом татуажа, как я вам сейчас показывала, ромбообразную коробку, а обычную. Тогда да, за нее я ручаться не могу. А эту я беру уже не первый раз, и за нее я ручаться могу. Вот да. Видите, краска уже проявляется. Сейчас мы с вами все это дело подправляем, потому что мы уже видим. Делаем корректную форму, заужаем кончик. Потому что Брежнев. Стараемся делать это все быстро, девчонки, потому что краска довольно едкая. Она очень быстро отпечатывается на коже. Так что вот так. Вроде ничего получилось. Более-менее ровно. Более-менее. Не вижу косяк вот в одном месте. Вот тут чуть-чуть. Ну что, потом смоем, покажу вам, что получилось. Пойду пока резать окрошечку. Ну вот, девчонки, я сварила картошку, нарубала зелени. Здесь у меня яйца, огурец один я всегда тру на крупной терке,
Колбасы всегда кладу много и вкусной. Могу даже грудинку или ветчину какую-нибудь положить. Для меня вот важно, чтобы была именно вкусная колбаса. И остальные огурчики тоже режу. Получается вот так. Значит, картошка немножко остыла. Я часть зеленушки. Зеленушку — это у меня лук и немножко укропа. Укроп, потому что я не люблю. Меня любит его только дочь. Ну, муж вроде тоже так ест. И это свой укроп. В магазине сегодня не было, который у меня растет на балконе. Он молоденький, его еще мало, поэтому его чуть-чуть. Я кладу укроп и немножко лука. Немножко, наверное, нет, половина. Половина лука в картошку. Вот так. И толку картошку вместе с зеленью. Толкушкой. И будем потом перекладывать это все сюда. Еще хорошо бы редисочки потереть на терке, но редиски я тоже сегодня не нашла. Картошку потолкла, оставшуюся зелень досыпала. И все это дело сейчас перемешиваем. Вот такая красота получается. И потом что я делаю? Я накладываю себе в тарелку сколько мне нужно. Я люблю густую окрошку. Смешиваю со сметаной или с майонезом. И заливаю квасом. Вот именно так я люблю есть окрошку. И никак иначе. И в таком вот виде. Ням-ням-ням. Всем приятного аппетита. Ну что, теперь смываем брови. Красота — страшная сила. Вот у меня, кстати, укропчик растет. Но он у меня еще такой маленький. Мало его еще пока. Я сначала салфеткой это дело сделаю. А потом ёшкин дрын. Смотрите, какие они яркие. А потом я дотру ватным диском, смоченным водой. Мне кажется, я что-то переборщила слегка с толщиной. Я надеюсь, сейчас я подотру все и будет нормально. Вот у меня ватный диск, смоченный водичкой. Вообще, по-хорошему, как делают в салоне, да, татуаж, нужно было вот эту часть переднюю стереть пораньше. Но я резала крошку, мне было не до этого. Ух, какие брови-то! Вот это да! Ладно, сегодня один раз умойся, вечером будут побледнее чуть-чуть. Девчонки, но это реальный эффект татуажа, вы видите мои брови? Все, я стерла. Надо сделать их немножко побледнее мне. Не, но такой цвет получается больше графит. И немножко потоньше. И подтереть в начале. Вот, да, чтобы вот здесь было посветлее. Сейчас возьму какой-нибудь спиртовой тоник. В общем, я вам, девочки, стойкую краску показала. А вы уже будьте аккуратнее. Делайте четкую форму. Так-то все нормально. Мне кажется, я их толстовато сделала. Да. Сейчас немножечко чем-нибудь их подсотру, попробую. То прям в глаза так бросаются. Надо было делать мне потоньше и вот здесь вот у основания стирать. Тогда прямо было бы вот идеально. А так, конечно, они пока бросаются в глаза на камеру еще. Не так, в зеркало вообще трындец. Сейчас я их попробую чем-нибудь немножечко скорректировать и посмотрим, что получится. Ладно, я с вами, девчонки, буду уже прощаться. На этом влог будем заканчивать. Он у нас и так получился очень длинным и насыщенным. С этими бровями я вообще звезда Ютуба теперь. Так что прощаюсь с вами до следующих видео. Если это видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк. Все полезные ссылочки будут под видео в инфобоксе. Проходите, там всегда много интересного. На сайт Organic Zone, на контакты все Organic Zone, в том числе Instagram. Все контакты эти будут внизу под видео. Organic Zone можно купить, кстати, и на Wildberries. Я вам еще рекомендую присмотреться к этой марке, потому что это бюджетные и очень достойные средства. Пилинг, так это вообще самое лучшее, что я либо когда-либо пробовала. Ну все, всем пока. Ну подстерла я, кстати. Подстерла и вроде в совокупности, смотрите, да, вот теперь, в принципе, более-менее. Да, нормально. Вот раз в 5 дней можно так обновлять, чтобы не заморачиваться, не красить бровки. Особенно, если сейчас летом ходите не накрашены, у кого еще реснички нарощены. Кстати, думала тоже нарастить ресницы. Девчонки, знаете, что меня остановило? А как же я буду для вас тестить туши? Нет, я не буду наращивать ресницы. Хотя желание есть непреодолимое. Но мне же нужно тестить тушь.